Весовая категория до 62 килограммов. Виталий Уин из Республики Алтай. Вы, я думаю, слышали только что, объявили, что он чемпион России 2010 года. Его соперник Александр Марудов. Оба спортсмена, мастера спорта международного класса. Ростом превосходит Виталий соперника. Берет сейчас Виталий захват. Попытка подхвата под одну ногу. Нет, не получается. Какое энергичное очень начало. Подсечка. Нет, не получается. Борьба так и продолжается в очень низкой стойке. Но думается мне, что мы, кстати, регулярно видим вот в этом финале то, что спортсмены предпочитают именно низкую стойку. Но здесь такая манера борьбы, я думаю, что удобно Виталию, он высокого роста. И, по-моему, контролирует сейчас вот при таком развитии событий движение соперника. На удержание переходит. Нам не показывают сейчас арбитра, мы не знаем. Да, да, идет удержание. 11 секунд. Марудов отбивается просто изо всех сил. Удержание засчитано, следовательно, россиянин получает 4 балла. Ищет возможность для того, чтобы перейти на бросок. Уин вот сейчас вроде бы получилось. Могла выйти хорошая передняя подножка. Тут едва-едва в ответ Марудов мельницу не провернул. Здорово. И схватка зрелищная получается. И снова без оценок. Такие амплитудные получаются броски, эффектные. Две с половиной минуты. Сейчас все активнее и активнее, все агрессивнее и агрессивнее, агрессивнее действует Марудов. А вот ему, у него стало получаться прорываться на удобной позиции. Но, правда, броски не получаются, но это не получается пока только. Один балл. Еще один балл Виталий зарабатывает. Так, во всяком случае, показал судья на ковре. И затем переходит на болевой прием. Пытается работать с рукой. Увы, пока не получилось. Схватка возобновляется. Темп сейчас немножко упал.
вновь пробует выполнить мельницу. Мородов, но здесь был бросок не подготовлен, поэтому и не получился. Потечка будет. Тянется за ногой Уин. Да, вот здесь оценка должна быть. Думаю, что 2 балла. И переходит сразу на болевой прием и сдача. То есть связка получилась. До последней минуты эта схватка продолжалась, но все-таки Виталий Уин одержал победу. И таким образом сборная России выходит вперед со счетом 2-1.